30 июля отмечают Международный день дружбы. ООН учредил этот праздник в апреле 2011 года, и с тех пор у друзей есть лишний повод для встречи. В мире нет ничего лучше и приятнее дружбы. Исключить из жизни дружбу все равно, что лишить мир солнечного света. Так говорил известный древнеримский философ Цицерон. Но каждый вкладывает в это слово свое значение. Мы решили спросить у саровчан, что дружба значит для них. Дружба – это поддержка. Это плечо друга, это радость, это счастье, это возможность делиться не только плохим, но и возможность делиться хорошим, чтобы друзья радовались также за меня, за мои успехи. Дружба, ну, это много. Лучший друг должен помогать друзьям, поддерживать меня и радоваться за мои успехи. В первую очередь верность и преданность. И помощь во всем. Очень важно, особенно когда есть дети, очень не хватает общения с друзьями, и поэтому друзей нужно ценить, дорожить ими, хранить их всю жизнь. Дружба – это любовь, это мир, это счастье. Поддерживают всегда, не бросают. За то, что угощают меня. Дружба для меня, это большое дело. Во-первых, надо, ну как сказать, со всеми хорошие отношения поддерживать. И с родными, и с близкими. И вообще надо быть, как сказать, ну, мягче по-своему. Относиться к людям хорошо. А дружба вообще между народами – это вообще большое дело. Особенно с братскими странами и со всеми остальными. Это хорошая штука. Это прежде всего забыть о себе и быть в любую минуту готовой прийти кому-то на помощь. Я так думаю. Ну, у меня есть друзья, с которыми я дружу по 40, по 50 лет. Дружба должна быть настоящей, справедливой, честной и хорошей. Дружба – основа жизни, я полагаю. Семья и дружба. Поэтому без дружбы жить вообще, мне кажется, человек не может. Во-первых, это хорошие отношения со своими близкими, со своими знакомыми. И потом это возможность пожертвовать даже собой. Как показал опрос, саровчане считают, что дружба – важная часть жизни людей любого возраста. Ведь порой каждому из нас нужна поддержка и помощь. А друг – это тот человек, который всегда будет рядом. Поэтому важно ценить друзей и самому быть хорошим другом.